Конкурс «Я люблю Армавир» стартовал 5 июня. Он проводился на сайте городармавир.ру и прошел с большим успехом. Это не случайно. В основе конкурса было популярное сейчас занятие – селфи. Нужно было сфотографироваться на фоне какой-нибудь армавирской достопримечательности и прислать снимок на сайт. Победителями стали те, кто набрал наибольшее количество голосов. Анжелика Черкасова – одна из них. Она пришла на торжественное награждение с трехнедельным сыном Матвеем. Мальчика тоже можно назвать победителем конкурса. Фото, которое отправили мы на селфи, на этом фото я еще была беременна. И когда мы дождались результатов, уже появилась долгожданная наша лялечка, наш сыночек Матвей. И вообще этот конкурс стал частью нашей семейной истории. Анжелика заняла 3-е место и получила в подарок сертификат на посещение базы отдыха «Уруб». Наталья Борисенко стала обладательницей 2-го места и абонемента в фитнес-центр «Вита Клаб». У Натальи тоже есть своя история. Случайно шла на работу, руководитель говорит, там есть конкурс такой проводится, давайте поучаствуем всем коллективом. Вот. Ну, мы как-то сделали такое небольшое коллективное фото, выложили и просто просили друзей, как бы, чтобы нас поддержали. Очень, кстати, подарок, поскольку я являюсь посетителем этого клуба, и сейчас мне будет заниматься там еще приятней. 1-е место досталось Виктории Новиковой. Она набрала наибольшее количество голосов. Виктории вручили золотую цепь с кулоном, которая девушке очень понравилась. Участие в конкурсе у меня оставило очень положительные эмоции, так как это первый конкурс, в котором я участвовала, причем такого вот именно городского, как образца такого. И первый раз именно победила, поэтому я очень счастлива, очень довольна. И то, что именно 1-е место вызывает огромные эмоции. На этом приятные новости не заканчиваются. Армавирцев ждет еще один замечательный конкурс. Городармавир.ру запускает новый конкурс – фотоконкурс «Лето в объективе». Лето – это самые незабываемые моменты. Кто-то отдыхает на берегу моря, кто-то весело проводит время с семьей, друзьями на природе, кто-то отправляется в путешествие. Поделитесь со всеми теплыми и веселыми моментами своего летнего отдыха. Фотографируйтесь и отправляйте свое селфи на info@городармавир.ру. Не забудьте указать свою фамилию, имя и телефон. С 8 по 31 августа будут приниматься ваши фото. С 1 по 14 сентября посетители сайта будут за них голосовать. А 15 сентября состоится подведение итогов. Победителем станет тот, кто наберет больше всех голосов. А призом окажется абонемент в фитнес-центр «Вита Клаб». Итоги конкурса будут отображаться на сайте и озвучиваться в эфирах РЕН-ТВ и Авторадио. Присылайте свои фото и следите за нашими новостями. Влада Волошина, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».